которые мне понравились на этой неделе. Не, не на этой неделе, за последнее какое-то время я их встретил случайно. Итак, видео номер один. Леонид, покажи класс! Леонид, танцор от Бога! Поехали! Номер два. Ответ Bad Boys. У вас убавилось на 5 фанов. Поехали! Почему ваши треки обретают смысл? Почему вы излагаете умные мысли? Почему поете о том, что нам так близко? Зачем вы падаете так низко? К чему эта серьезность? Кому она понятна? Где треки про Никольска? Ответь своим фанатам. Зачем ты заставляешь задуматься людей? Зачем ты так серьезен, Вано? Ты злодей! Нам было хорошо, пока ты был ребенком. Пока ты пел про рынок и про школы, стройку. Пока ты пел про озеро, все было гладко. Зачем ты так суров теперь, Вано? Нам непонятно. Я работаю с утра и до ночи, Вано, я прихожу домой уставший. Хочу одного, рубить вашему зло и больше не грузиться. Зачем теперь такие серьезные лица? Вы нас разочаровали, знаете, это Bad Boys. Вы пели про Никольское, так уж повелось. Но теперь с таким серьезным
серьезным раскладом. Нам непонятны ваши треки, нам их больше не надо. Моя мама слушала Bad Boys, ей нравилось. Моя бабушка слушала Bad Boys, ей нравилось. Мой парень слушал Bad Boys, ей ему нравилось. Теперь ваших фанатов на 5 поубавил. Моя мама слушала Bad Boys, ей нравилось. Моя бабушка слушала Bad Boys, ей нравилось. Мой парень слушал Bad Boys, ей ему нравилось. Теперь ваших фанатов на 5 поубавилось. И видео номер 3. Диско в дурке. Поехали! Чем свежий снег и тусы ночи. Пока не спорят про Армани и Дольче, в стороне у бара смотрю молча. Они без вышего, но зато с вышкой. Что есть у друга, лысый с маленькой шишкой? Или с подругой, у которой собачка как мышка, что в сумке или под мышкой? У них по плану лето по кабриолетам, к вечеру лери с открытым верхом. Ночи попасть на закрытую пати, ведь каждый хочет быть брюнеткой в мармеладе. Нет времени ждать, все хочется взять.